сожалению, в этой ситуации надо понимать, что Армении уже нет. Армении не существует. Когда-нибудь это скажется, когда-нибудь это будет поднят вопрос в Организации Объединенных Наций, а являемся ли мы суверенным государством. Но это другая тема. Имейте в виду войну, но Харарвинаев. она может быть, конечно. Русские продали столько оружия Азербайджану. Куда же девать это оружие? Надо повоевать, куда же деваться? Здесь на это не обращает внимания никто. Как будто бы этого и нет. Это удивительно, но это так. Почему? Потому что это Россия. Это уже не Армения, поймите. Армении не существует. Пройдет немного времени, будет понято это. А может и не будет понято. Таков наш народ. Существует база. Да. По какому поводу она существует? Какие функции она выполняет? Кто-нибудь может это объяснить? То, что можно было сделать 5 лет назад, 10 лет назад, возможно, не удастся сделать сейчас. Это надо понимать. 5 лет назад, 10 лет назад было легче выйти из этих условий, вышвырнуть эту базу отсюда. Сейчас стало труднее. Стало труднее. Словом сказать, время работает не на нас. Оно работает против нас. Мы занимаемся этими выборами. Мы изменили Конституцию, чтобы Армения больше стала зависеть от России. Смысл изменения этой Конституции только в этом заключается. Других условий нет. Так устроены армяне. Они так устроены. Их мозг так работает. Исправить ничего невозможно. Исправить только-то тогда, когда получат по голове. А они получат, здорово получат по голове. Это ожидаемо. Эти мадридские принципы – это комедия. Это гибель для нас. Продолжают говорить об этом. А Азербайджану не нужно это. Абсолютно. Азербайджану это не нужно. Он имеет возможность выжидать. И он дождется своего часа. Обязательно дождется. Есть вещи хуже войны. Это капитуляция. Это настоящая капитуляция.